Привет! Дофига умные, что ли? Ага. Не, мы нет, но мы выясним, кто из нас тупее сегодня. Даже не то, что кто самый умный, а кто самый тупой из нас. А, еще это примечательно, что это будет битва возрастов. Это будет битва молодости и опыта. Потому что мы будем, сейчас будем выяснять, кто тупее, кто послушался там кого-то и купил доллары по 140. Женя 24 года, мне 59, поэтому мы посмотрим, что кто победит. Подожди, 24 мне только в августе будет. Ну, почти 24. Возможно, да. Будет, да. Кто победит, молодой острый ум или багаж знаний и огромный опыт? И сегодня вы на канале «Дом престарелых» и его нескончаемо прекрасные ведущие... Женя Кулебяка и Миша, у которого IQ и пенис можно описать одной цифрой 7. И я надеюсь, это мне поможет сегодня в интеллектуальной битве. В интеллектуальной викторине. Я выиграл. А. Можем не продолжать. В интеллектуальном виктюк. Так, а мы будем друг против друга. Можем добавить еще сразу. Подожди, а мы хотим сказать, что нашим зрителям, что у нас какой уровень сложности? Тут несколько уровней сложности. Тут несколько уровней сложности, и мы сразу покажем, чтобы не было потом. Чтобы не было. Вы там на самом сложном играли, поэтому так легко. Мы начинаем. Низкая сложность. Ниже ничего ниже нету. Нет. Вот есть высокая, средняя и низкая. Мы начинаем с низкой. Ниже только Тирион Ланнистер. Я не знаю, что может быть ниже, только 2 плюс 2 может быть. Проще. Проще. Проще может быть только, я не знаю, ну, допустим, теорема Ферми. Я играю за модного розового деда. Женя, я за Геворга. Это мужчина. Да, естественно. Голубой мужчина. Без ботов сыграем, да, первое? Да, давай, погнали. В общем, чтобы вы понимали, мы сейчас вам правила все расскажем. Все очень легко, просто. Да, вам покажут сейчас. Все очень легко, просто, значит, чтобы узнать, кто выиграл, нужно взять корень числа пи. Надо взять вашу пи и под корень прям. И все, в принципе, кто быстрее возьмет, тот победил. Я взял. Женя победил. Победила молодость. Потому что у меня там корень глубоко в клубнях где-то, уже там не пробраться через всю эту волосню. Там еще, он еще и там картошку посадил, чтобы не простаивало, так что послен зашел. Это я. Красивый. Ну. А Миша дед. Ну, по в жизни, да. И в игре. Ну, просто у него, дети уже родили своих детей, поэтому он дед, не потому что выглядит старым. Выглядит-то еще, ну, ого-го. На 52, мне кажется, 53. То есть ты можешь спокойно скидывать 7 лет и писать в этом... Могу 55-летних молодух кадрить на танцах, ага, где-то. Ты говоришь, ну что там у тебя, уже не течет кровь? Климакс начался, можно в тебя кончат? Ну, потому что это каких-то этих, 19 века. Итак, разминка, что значит. Что у нас первый раунд, да, разминка. Просто нужно легкие, легчайшие вопросы. Выбрать правильный ответ, все очень легко. Все легко в этой игре. Отвечаешь правильно на вопрос, выигрываешь. Отвечаешь неправильно, не выигрываешь. Заходит Геворг. И начинает тебя долбить кувалдой взад. О, спорт и отдых. Неплохо. Ну, тут-то мы должны я за отдых. Набрать какой-то. Какое прозвище? Тайсон Фьюри. Это все знают. Я знаю, я первый нажал. Воин, коричневый бомбардировщик. Но после последнего боя, возможно, он и подобосрался, конечно. Подобострастный ты хотел сказать. Ну, это цыганский король. Конечно, это мы все знаем. Вот, слушай, он король цыган. Да, он в свободное от бокса время возглавляет цыган и ведет всю их империю цыганскую к славе. И ведет их на Рим. На ацтеков. Какой фильм был первый Мартин Скорсезе, где снят Леонардо Ди Каприо? Первый из... Ну, наверное, вот этот вот. А я думаю, это «Банды Нью-Йорка». Да. Ух ты, где они там ходили вот так. Да, да, да. Авиатор позже был. Смотрите-ка. Ну, почти, я был близок, но недостаточно. Легчайшие вопросы. Ну, все знают, блин, фильмографию Мартина Скорсезе.
И все знают, как зовут мальчика. Из книги «Там, где живут чудовища». Просто наилегчайшие варианты. Такие вещи просто базовые. В детском садике проходили. Это же Макс. Я промазал. Я знал, что Макс, я не ту кнопку нажал. Это Макс, который из... Безумный Макс. Да, безумный Макс. Так. Офтальмолога. Привет, Старков, помогай нам. Политических лидеров получил диплом офтальмолога. Саддам Хусейн. Ну, хочется сказать, что да. Кто тупее? Кто тупее? Ну, пока я. У меня 200 тупостей. Паша, раз, а ты выиграл? Ты знал? Я знал, конечно. Так это вообще элементарно. Это же он случил в госпитале. Офтальмолога. Офтальмолога, ты перепутал. Вопросы элементарные. Гинеколога. Элементарные вопросы. Геворг, выбирай категорию. Хорошо. Он Геворг, если что. География. Не, это слишком легко. Наука и природа, что посложнее. Потому что Миша с природой не очень. Да я и с наукой. Смотрите, что она с ним сделала. А наука не помогла в этом никак. Какая из этих частей речи не относится к открытому классу, и среди них не бывает неологизмов? Кстати, Женя очень сильно рассказывает. Да, но я думаю, это... Предлог, конечно. Конечно же, предлог. А что какие тут там неологизмы могут быть? Это в школе проходят вот такие детишки. Глагол. Ну, почти ты был близок, он рядышком был глагол, но это был как предлог. Как говорил Пушкин, глаголом жги сердца людей, И раскаленной кочергой тоже. Более эффективно, кстати, жечь сердца людей. И свиней тоже. Как говорил Пушкин, за эту проститутку я и умру. И все. И так и было. Так и было. Опа, смотрите, Миша вырвался вперед. Ну, потому что пока опыт и багаж знаний приносят мне новую... Он знал про Башара Асада, поэтому... В смысле знал? Мы с ним на одном курсе учились, начнем с того. Офтальмолог. Нет, это общеизвестный факт. Я не понимаю, как человек в жизни может этого не знать. Ты сверху. Ну, я получается, в этой паре сверху. У нас миссионерская пока поза в нашем пьедестале. Да. По очереди. Сейчас будем по очереди выбирать. Стараться выбрать лучший ответ. Постарайтесь выбрать наилучший. Они говорят, ну это для особо тупых. По очереди постарайтесь выбрать лучший ответ. Постарайтесь выбрать лучший тут ответ. Тут нет неправильных ответов, тут есть ответ наиболее... чуть более правильный и чуть менее правильный. Они, скорее всего, в какой-то временной шкале будут располагаться или в количественной. Ну давай выбирай категорию. Я выбираю категорию спорт, отдых или искусство и литература. Спорт, отдых ты выбираешь, конечно. Конечно. Опять тоже искусство и литература. С кнопками промазал. Какое из этих произведений Федора Достоевского было написано раньше остальных? Элементарно. Я не помню «Со смешного человека» вообще. Ну и выбирай его. Давай. Тогда. А я не помню «Двойник», поэтому выберу его. Идиот. Ну и давай посмотрим. Я его не помню, потому что он очень давно его написал, он уже сам не помнит. Но, в принципе... А Старков сказал, не идиот, а идиот! Это он тебе сказал. Ну, да, естественно. Естественно, да. Потому что... Ну, это в школе мы все проходили, я не знаю, как это можно не знать. Это элементарное все, легчайшее. Какой из этих этапов начинается производство ткани? Это из спорта. Да, согласен. Опять я. Плетение, тонкопрядение, чесание, основание, трепание. Чесание, может быть? Я думаю, трепание. Пораньше. Но пораньше идет основание. Да. Смотрите, да. Он выиграл. Ну, потому что это тоже это базовые знания, которые... Ты сперва потрепал, он немного набух. Основание, пишет Старков. Какая из этих крошечных птиц... Ой, я знаю точно. Американский ремес. Калибри пчелка, очень надеюсь, пожалуйста. Я думаю, это калибри пчелка. Но Калипто Коста, как все просто. Я бы тоже выбрал калибри пчелку, да. Калибри, спасибо, Старков. Но как-то так поздновато. Не, нормально. Какое из этих событий реформации в Англии произошло раньше остальных? Опа. Мартин Лютер, открытие Тридентского собора. Это тоже настолько... Начало 30-летней войны. Очевиднейший вопрос. Если ты не знаешь, когда возникновение английской церкви произошло, то я даже не знаю... Собор! Он сказал собор. Собо. 95 тезисов на секунду. А собор твой... Ну, они примерно... Вот это я и послушал, блин. Старков, тебе спасибо. Примерно рядом было. Финальный вопрос. Ну давай, выбирай категорию. Ладно, тогда развлечемся на секунду. А то что-то прям утомилось. А то как-то для низкой сложности сложновато. Какой из этих хард-роковых альбомов вышел раньше остальных?
Металлика, Алис Купер, Блэк Сэббет, Ван Хален, Айрон Мейден. Ну точно не Металлика, не... ну давай. Я Блэк Сэббет возьму. Но... Не, Металлика позже был. Металликап, он сказал. Алис Купер даже еще раньше. Ой-ой-ой. Ну это просто, это в школе учат, это я не знаю, мы на уроке музыки это проходили, вот я знал. Не знаю. Мы на уроке музыки проходили буквы разные писать тонким перышком в тетрадь. Учишь, Кали, учишь, Кали. А мы рэп читали на уроке музыки. Это еще в 74-м году я заканчивал, когда школа была... Рэп, в смысле, это российский энергостроительный... Да, ну просто одно слово, рэп читали. Да. Учились чтению, по сути, на уроке музыки. А зачем она нужна? Нет, вообще абсолютно не нужна. Ну вот она сейчас пригодилась, видишь? Однако ж. Так, межкатегория. Это, когда говорят, раздвиньте вашу межкатегорию. Межкатегория, там потно. Будем все проверять. Так, по очереди выбирайте категорию. И будем вытаскивать этого енота из вашего межкатегории. Старков, напиши, пожалуйста, как у тебя эфир лагает, не лагает, и из какого ты города, если это не секрет, или хотя бы региона. Потому что нас пугают, что замедляют YouTube. Хочется понять, насколько сейчас прямые эфиры замедляют, не замедляют. Хорошо ли они транслируются и показываются, и сильные ли лаги задерживают. Ну, также еще можешь писать, как всегда, всякую интересную... О, это известно. Это известно, он играет за мой любимый клуб. Это играл... Сергей Ребров. Это Петр Чех, да. Брест нет лагов. Ну, прикольно. Мы надеялись на другой регион, чтобы проверить. Но я рад, что в Бресте нету лагов. Брест – газаппарат. Там и не будет, скорее всего. Ну, здорово. Клево. Геворг, выбирай категорию. Так, Старков, что выбрать? Искусство или литература? Что-то она мне прямо последний раз... Ой-ой-ой. Тут смотри, как секундомер. Да-да, тут не забалуешь. Ага. Не поболтать. Это не надо поболтать. Так. Памятником природы. Науё, это он тебе. Ну, будем исходить из этимологии японского слова. На самом деле, это я так... Я знал этот факт. Потому что, ну, все мы знали Чао. Этот факт. Чао, пока. По новостям передавали это. Не, я просто подумал, что Акита-ино это японское, наверное, поэтому японское. Не, я знал по факту, да. Ну, вообще, очень пока легкие вопросы. Согласен. Просто для детей как будто. Хочется... Сук, задержка 100 минут, блин. Старков, ну и что сделаешь? Какой из этих стран леди Годзилла совершила свою легендарную поездку? Кто такая леди Годзилла? Давай начнем. Это шоколад? Это шоколад, да. Это тоже довольно известный факт. Англия! Я... Вот, да, правда, Англия. Хорошо. Шоттл. Мне кажется... Так, легендарная поездка этой женщины состоялась в Ковентри, понятно? Это Ковентри, ёпт. Сарков, ты знал, кто такая леди Годзилла? Вот только по чесноку. Я думал, что это шоколад турецкий. Или шампунь. Ой, да что я выбрал-то, ё-моё. Нормально, сейчас на литературе ты порвёшь всех тут. Одним из основополагающих документов движения за права человека. Скотный двор, конечно же. Леди Гага знаю. Леди Гага знаю. Ой, наверное, я не то выбрал. Я думаю, Зов предков. А я думаю, Жизнь Пи. А, ну Освобождение животных Питера Сингера. Певца нашего. Сингер, певец. Но вот тут слабовато. Этот урок литературы я пробухал, выбирай. Честно говоря. Давай географию выберем. Ой-ой-ой. Не выбирай. Сейчас, где еще находится Брест? Старков такой. На, погнали. А то он сам не знает. Вот, какая река. Через Будапешт. Дунай, конечно. Я там был неделю назад. Купался. Это даже вслух можно ответить. Дунай, вторая река по длине Европы, прочитай через столицу. А я получил бонусные баллы за этот вопрос. Ух ты, Братиславу, Будапешт и Белград. Географию. Выберите категорию. Искусство, развлечения нет, все. Искусство и литература отпадает после... Подставы. Жизни Пи. Да. Да, раз. Как зовут говорящего кота в сериале «Сабрина, маленькая ведьма»? Я не помню. Ну, Реджи. Я не смотрел. Селим, естественно, селимские ведьмы, поэтому он Селим. Раньше Селим был колдуном, который превратил в кота в наказание. Кто-то заговор Селим. Я не смотрел такие сериалы, но я рад за Женю, что он посмотрел все сезоны. Давай наука и природа сейчас попробуем. На чужом поле сыграть, так сказать. На выезде. Какой из этих? Большая часть объема крови.
Тромбоциты или... А, так, стоп. Отец знакомого работает... Так, так. Какой-то организации. Плазма. Ну, больше всего же, наверное. Конечно, больше, да. Так, продолжай, Старков. Кем работает? Вызвали вчера. В Брест сказали, собирайте все газовые плиты. У меня просто стояла газовая плита Брест. Гефест, так. И она была офигенная. Старков, если ты как-то хоть немножко причастен, вообще лайк. Уважение. Просто лайк. Так, Клодом Дебюсси в конце 19 века. Ого, музыкальный стиль, кончертато, романтизм, импрессионизм, барокко. Ну, я представляю, что он писал, но... Я говорю, что мы на уроке музыки проходили. Опа, рэп, импрессионизм. Поэтому... Мне казалось, Дебюсси это вот это... А нет, это «Белые росы», я вспомнил. Так, Миша что-то пока выигрывает. Нет, все, я выигрываю. Ты там погнали. На капелюшечку, но тем не менее. На капелюшечку, но тем не менее, она штаны промочит. Да. Последняя капелюшечка. Всегда. Не кстати. Что у нас четвертый? Старков, может, задержка, потому что... Кто-то забеременел. Ты спустил в YouTube, и теперь он залетел. Так, блиц на расхват. Вот. Не мешкайте. Хорошие. Ой, это сложно, сложно, да. Сложно. Давай будем расхватывать. Тут уже не поболтаешь. Сейчас будем чисто на молчанке вывозить. Чисто на эрудиции. Ха. А я, кстати, картограф, заметь. Поэтому да. Я знал про Дунай. Выберите категорию. Сейчас я выберу такую категорию, все охренеете. О-о-о! Здесь про отдых будет. Про тканеплетение. Где администратор отдыхал? О, про хоккеистов. Ой-ой-ой. Это я зря сделал. Я даже не знаю. Ну, допустим. Так. Бентли. Слушай, а сложные, кстати, хоккеисты? Ну, таких известных особо нет. Ну, пока фартит. А пока... у меня закончились тех, кого я знал хоккеистов, точно. Это точно. Ах, я промазал. Эй, что ты. Че, оказывается, знаменитая защита Чемберлена была... О, я угадал. О, почему? А, все. Ну, не то. Может, Ларри Бёрд? Нет. Ларри Бёрд. Это ж птица, это не человек. Я почему-то думал, что... Им не разрешают в хоккей пока что играть. Пока страусам разрешают играть, хомякам и этим людям. Так, какие из этих инструментов басовые? О, это я знаю. Ну все, малинки. Женя носит стринги. Так, подожди. Зеленые в горошек с прокладкой между ног. О, смешно, классно. Да? Нет, ну это в натуре. Это просто даже какое-то это. Труба. Никак труба не басовая, ты что? А, это искусство, понимаешь? То, что пишет Старков, это настоящее искусство. Может, туба? Может быть. Ах ты, ты прочитал слово бас. Он прочитал бас, и поэтому. Саксофон. Корнет, видишь, тут есть. Это корнет Голицын. А Миша что носит? Я ношу Женю на руках. Ксилофон, кларнет, литавры. Давай корнет выберем. Я не знаю, что такое корнет. Фагот. Фагот. Кот фагот. Ромбасом говорил. Литавры. Понял. Ну, легкие. Я, как и говорил, в музыке очень слаб. Прогуливал, читал рэп. В музыкальной школе. Какой из этих политиков были достойны Нобелевской премии мира? Блин, а где... Опа! Как так? Как так? Чё за фигня? Что здесь? Ладно, хоть кто-то-то должен... Согласен. Пишите в комментариях, как так? По-моему, был же он, нет? Его же на обложке Time печатали, нет? Вот этот? Ну, этот нет. А я тоже думал, это Борис Ельцин, если честно, неправильно прочитал.
Муссолини? Муссолини, скорее всего, выбирай. И Ясир Арафат тоже вместе с ним. Ой, этот не тоже, это не туда. Ну давай Рейгана попробуем. Нет, Рейган тоже нет. А прикинь, Бенито Муссолини, да. Ну тогда Эл Гор. О! Неплохо. Ну все. И кто же из них остался? Ну давай Трамп, нет. Нет, ну. Куфианов точно! Он же это. Он же кофе. Да, и он же кофе Пеле. И Ясир Арафат, кстати, на секунду. Как ты опять забыл про него? Он же говорит: я Сир Арафат. Получил Нобелевскую премию. Да. Давай развлечения. Я, говорит, Кубович. А я Квадратыч. Какая из этих звезд блюза родилась до... Тоже легчайший выбор. Попа Чуби, я выбираю попу Чуби, но я просто из-за названия выбрал, что на латинице. Родилась, наверное, Мадди Уотерс раньше. Тиби Вон Уокер, Вилли Диксон. Джо Банамаса, я думаю, очень старый, судя по фамилии. Нет, опять мимо, что такое? Биби Кинг, скорее всего. О, я вижу кто, я вижу одного... которого я точно знаю, что он родился... Да, я к нему и шел! Черт! Меня все мимо, все три мимо. Что ж такое? Альберт Кинг, он писатель. Почему? А, не туда нажал. Кошмар какой-то, не знаю. Вилли Дикс. Форд, он рано... Я знал только Хендрикса и все. И того Женя у меня отнял. А Джонни Лэнг у него... А, нет, не Лонг, да? Вот этот. О, угадал. Потому что Тибоун. Ради кого-то сейчас зовут Тибоун. Только до 50. Джонсон. После, когда он родился, запретили называть тогда. Смотри, я опять угадал. Давай, Джонсон. Мне прям вообще это очень хорошо заходит. Альберт Кинг. Да. Очень, вот это легкая была, действительно. Это легчайшая была, да. Альберт Кинг, если, все знают, кто легчайшая, такой. Легчайшая, если знать. Если ты знаешь, во-первых... музыкантов блюза, во-вторых, что такое до 1950-го, в-третьих, умеешь считать. Да. Я ни то, ни то, ни третье не могу. Но фартовый. Да. Ну что, финальный раунд. И это будет... Финальный раунд. Это будет финальный раунд. Неожиданно. Старков, ты где? Бресте, он уже сказал. Не уходи. Ошибка может стоить вам дольки. Левые дольки. Отрезают за неправильный ответ пол жопы. 6 долек победа, смотрите. А если ошибаешься, долька... Блин, я чуть-чуть долой. До дольки не дотянул. Чуть-чуть очков. Так может тебе будет стоить дольки. Спорт его. Может быть. Ну давай. Голландский сыр, швейцарский сыр. Вот, мы знаем. Это, конечно, голландский сыр. Это спорт отдых вообще просто. Это... жесткий спорт. Да. Голландский спорт. Сыр это жесткий спорт, я бы сказал. Грюйер, блин, ну все знаем. Были в Швейцарии, не раз ели грюйер, вкуснейший сыр. Я честно только по названию смог понять. Старый Амстердам. Я бы назвал Швейцарию, это вопрос с подвохом, скорее всего. Нет, оказалось, нет. А легкий. То не бывает вопрос с подвохом. Не бывает, да. Амстердам, тоже мы знаем, это швейцарский сыр. Да я пустил, я хотел тебя ввести в тебя в заблуждение. Вот это ты. Да. Миша, смотрите по сырам. Ментально. Какой? Это элементально. Это элементально, да, швейцарский. Ну что? Нет, ну не зря я в свое время писал книгу «Сыры». Да. Все 5 бабахнул, отгадал. Распространялся тиражом более 50 миллиардов копий. Люди покупали. И один оригинал. Люди переписывали ее, как это. Пачками. Так, переехала в Париж. Ну, мы точно знаем, что Джон Митчелл, конечно же. Конечно, само собой. Так а что ж ты ошибся тогда? Я не ошибся, я выбрал Джон Митчелл. А почему проиграл? Ну, неправильно выбрал просто. Я ее выбрал сердцем, но не пальцем. Миша знает все факты, но не знает квадраты ноли. Да, я путаю. О, геометрии вообще плохо. Если тут будет следующий вопрос по геометрии, он просто так... Я чисто на фигурах погорел, плохо с джойстиком знаком. Ну что, Женя побеждает в первом раунде у нас. Молодость, так сказать, берет в рот. Нет, старость берет, получается, в рот. Молодость берет приз. Что, мы сыграем, может быть, на сложном теперь уровне? И надо сыграть, во-первых... И с ботами. И с ботами, конечно. Сейчас будут вопросы...
Ну, в принципе, для нас, я думаю, вполне посильные. Не, ну смотри, легкие, это было слишком легко. Это слишком легко, особенно даже неинтересно. Особенно я про даже эти. Не выбирал некоторые ответы правильно, специально, потому что это было настолько элементарно, что ну, даже стыдно было как бы в этом участвовать. А бот сейчас появится. Особенно про блюз было легко, правда? Да, а сейчас вот мы с двумя ботами будем играть, и будет уже интересно на сложных вопросах. Про блюз было крайне легко. И про хоккеистов, которые там, я знал только Бауэр. Жизнь вторая. Ну что, поехали. Смотри, с нами бабушка. Кто к нам присоединился? И почтальонша. Две женщины с нами играют. Их зовут... А они не приходят. Нам не говорят, как их зовут. Сейчас и узнаем. Сейчас все узнаем. Да, ответы дают баллы. Тихо, Тихиро Ито. Она шоумен. А монголка какая-то. И Энди Томпс. А, это девочка Энди Томпс? Да? Да. В душе, наверное. Какая страна называется страной огня и льда? Это вообще настолько элементарный вопрос. Это Исландия, естественно. Это просто, я не знаю... В том числе Эйяфьяллинд. Тихира Ито тупая, только одна не знала. Она говорит, это Греция, там же льда нафигища. В Греции все, в августе особенно. Ну давай дальше, наука. Она знала, что в Греции все есть. Она говорит, значит, и лед тоже. Самый большой одиночный цветок. Это тоже мы все знаем. А Морфалиус титанический. Че ты выбрал? Ты выбрал уже? Да, я титанический выбрал. А я Рафлезия Арнольда. И угадал! Ну потому что Арнольд Шварценеггер, он большой, поэтому... Его Рафлезия тоже. Его Рафлезия, он выросла на этом, на белке. До 7 килограмм, а мой вариант он до 6,5. Я немножко это чуть-чуть спутал, да, чуть-чуть не дотянул. Так, во время какого космического это тоже полета? Настолько элементарный, это Аполлон 11. Нил Армстронг ходил по луне. Конечно, все это знают. Даже Тихиро Ито. Она-то откуда? Даже Тихиро Ито знает. Да. А она вместе с ним была в этой экспедиции еще, судя по всему. Она и в 9-м, и в 8-м была в Аполлоне тоже. И в 11-м. Ну что, пока все очень легко идет. Да. Даже непонятно, что мы вырули слишком. Очень жесткий уровень. За какой из этих фильмов? Оскар. Ну, я между двумя «Железной леди» и «Прислуга». И «Нобс». А? Но все-таки это «Железная леди», конечно. Да. Был ее второй и третий в карьере. Нормально, второй, кстати, третий, да? один сразу. И второй, и третий был. Один Оскар был. Она говорит, у меня три Оскара. Второй, третий и вот этот золотой. За «Железную леди». Так, финальный вопрос первого раунда. А, выбирает наша Тихиро с какой-то... Давай спорт. С какой-то анальной, смотри, анальными бусами стоит она. Она их есть, по-моему, даже собирается. Она их захочет засунуть. Ого! Пусть будет красный, я выберу. Все выбрали. Молодцы! Я хотел вас ввести в заблуждение черным. Конечно, красный, чтобы кровь не была видна, естественно. Она в менструацию и подтыкала сумкой вагину свою. И из-за этого хотела броситься под паровоз. Потому что полная сумка крови, она не знала, как это полиции объяснить. Она говорит, да это мне просто руку отрезала, вот сумка напиталась. Так, ты на последнем месте. Мы с бабкой на втором. И сопляк вырвался вперед. Что он себе позволяет? С автоматом Томпсона получает вдольку. Надо его садить. Я думаю, мы вчистую ботом проиграем в этом раунде, поскольку вопросы сложные, а мы не такие уж сложные, как вопрос. Мы попроще. Но это будет челлендж. Не, я в душе челлендж. Очень сложно. Я Эма. В душе. Я Эмарь. Так. На расхват. Ну ладно. Сейчас бабка зайчику захватит себе. А вот у кого? Сейчас она мы говорит, посмотрим. У Энди Томпсона хочу. Он молоденький. А там баба и старик. Выбирай с умом. Ого. Ого. Искусство. Какие из этих известных брендов родом из Италии? Легко. Офигенно. Вообще. Классная. Легко. Классная. Гуччи, да. Литература. Давай. Я бы Армани выбрал. А Дизель Спа.
Вот сейчас бы наших жен сюда, они такие. Бевел Булгари. Это Болгария. Болгария. Конверс, я не помню. Итальянский, не итальянский. Он уже там дольку получил. Версачи. Да, Версачи, да. Дольче Габбана тоже. Дивенчи, наверное. Массимо Дути. Нет, Массимо Дути. Не знаю. Живенши, конечно, итальянский. Кельвин Клейн. Вот H&M точно не оттуда, потому что это испанский. Ну ничего, как-то мощно мы идем все. Ага, только как, что бы выбрать теперь? А все уже, скорее всего, сейчас он последний выберет. Ха-ха, ошибся, гнида. Кельвин Клейн, Адидас, Массимо Дути. Класс. Конверс или Клейн? Давай Клейн. Нет. Это Дизель был. Дизель по-любому. Дизель по-любому оказался, вот... Хитрые, такие коварные итальянцы назвались. А что не бензин? Чё не занято газ? Было. А. Испанцами. Так, какие из этих витаминов водорастворимые? Прикольно. Ой, я точно знаю, что фолиевая. Растворимая. А что Миша растворял в свое время? Растворял в себе желудочным соком. Дура! А, ну С тоже растворимый. Скорбиновая кислота. В пакетиках продается. Чё ж мы, не знали, ты что не ли не топ купал. Знали. А, я? Ну? B1. Так, кто следующий? Я. Давай биотин. Неплохо. Это B7 называется витамин. В свое время я просто продавал витамины. Ну и давай пантеонную выберем. Не, дурно. Остальные красные все. Да. Разобрали. Вообще... Раскидали просто. Тут была легкотня, что все витамины В водорастворимые. Поэтому просто выбирай и выбирай. Так, не являются. На 21 год. Ну, это не знаю. Не являются, на секунду. Итан Хоук. Я думаю, Джек Джилленхол не является. А, меня никто и не спрашивает. Ах, блин. Может, Уильям Дефо? Может быть. Может, Вигго Мортенсен? Не может же он быть Оскар. Уильям Дефо с такой внешкой. Его не могут пригласить на это. Кэтрин Хепберн не должна являться. А-а-а, все-таки штучка получилась. Да она же какая-то старая, нет? Вигго Мортенсен. Дастин Хоффман. Ну, Сэмюэль Л. Джексон тогда точно не является. А Дастин Хоффман? Да. Дастин Хоффман является, конечно же. Кто это? Дэниел Дэн. Сальма Хайек, возможно, Льюис, не является. Мэрин Мэрин. Льюис точно является, ты чё? Том Хэнкс. Элизабет Тейлор. Это вообще актриса? Видимо, да. Ну, ладно. Я думал, что это какая-то это. Джонни Депп не является, ого. Остались боты между собой разрывать. Ну, Стрип-то точно является, конечно. Хэнкс тоже является. Николсон является. Хайек, наверное, не является, да. Ух ты, какой Энди Томпсон-то. Вообще жесткий. Фильмолюб. Опять он? Да. Ну, какие области? Во! Второй Рейх. Ого, Дальмация. Бранденбург. Ну, Бранденбург был вообще на поверхности. Может, Вестфалия? Ну, просто она сейчас входит. Я за Восточную Пруссию сейчас буду голосовать. Штирия еще так никогда не была близка к провалу. Баден-Баден, наверное. Во. Может даже... Баден-Баден? Ганновер. Ну, Ганновер, конечно. Гольштейн — это еврей, он никогда не входил, ты че? Тироль, Галиция, Штирия, Истрия, Позан. Владимир Позан с передачей. Ух ты. Я, если Галицию сейчас не выберут, я возьму Галицию, потому что галлы там же жили, скорее всего. Гольштейн оказался, ты представляешь. Предатель. Давай Галицию выберем. Нет, Галиция не входила. Очень сложно. Ну, Тироль тогда. Надо брать Тироль.
Дальмация, Моравия, Каринтия, Позан. Позан это этот из... Как его? Угадал! Позан, я хотел сказать, из... Господи. Передача на СТС. Дмитрий Позан. Забыл, как он называется. Импровизация. Импровизация, да. Бабка опять выбирает. Бабка выбирает. Ну все, искусство. О, спорт. Вот это спортивная штучка. Она из-за отдыха, она уставшая постоянно. Какие из этих блюд относятся к мексиканской спорт. Кухне? О, это легко. Каталонский крем, наверное. Это легко. Мексика. Уж в чем-чем в мексиканской кухне мы просто профессионалы. Так, Томпсон выбирает. Чурос. Молодец. Кесадилья. Буррито, конечно же, относится. Сангрия. Но это кухня вообще. Бабка, только не дай бог, буррито выберешь. Потатос бравос. Буррито мы знаем. Начос. Ну что, начос, что ли? Да, фахитос, фахитос. Тут слишком много, я не знаю. Гаспачо? Гаспачо или паэлья? Ну, паэлья-то точно нет. Паэлья это испанское блюдо. Валенсийское даже. Вот энчилада, скорее всего. Я не уверен был, это чилийское или мексиканское. Но... Так, крокеты нет, паэлья, хамон точно нет, тамале, значит. Ну все. Неплохо. Да, просто на изи-пизи раскидали. Ну уж... Запожрать-то я всегда. Уж про каталонский крем уж ты можешь про всем что, рассказать. Про что. Я просто знаю, что из этого испанское. Поэтому... Бабка на последнем. Пиздюк на призерах. Геворг танцует. Дед врывается вперед. Дед только вторую дольку получил на секунду. Очень сложно. Вообще, просто... Вообще, по-моему, нет различия с низким уровнем сложности, если честно. Очень легко, да. Потому что там были вопросы, что здесь какие-то одинаковые. И сейчас будет межкатегория. Можешь мне полезать в межкатегории? Сейчас стрим закончится. Ну, хорошо. По очереди выбирайте категорию. А если хотите это видео, на OnlyFans нас ищите, нас там нет, но вы ищите. Надо закинуть сперва нам денежку на донат. Да, на донат. Мы пришлем просто сразу, в ответ на смс-ки пришлем ссылку на видео. ММС-ки. Про межкатегории наши. Там все в пикселях будет. Но структурно будет понятно, как это все происходит. Ну давай науку и природу сделаем. Сейчас будет это. Сколько раз шить нужно? Провалентность, я надеюсь, провалентность. Пробалет. Какая из этих черт не ходит в пятифакторное? Что? Экстраверсия, самоэффективность, доброжелательность, нейроцитизм. Какая из этих черт не входит? Не входит. Модель личности. Не входит. Я думаю, доброжелательность. Конечно, доброжелательность. Потому что... Угу. Это была самоэффективность. А Энди Томпсон, он психолог просто. И шоумен. И шоумен, да. Ну, образование психолога, но работает... Не, образование и шоумена, а работает психолог. Развлечения давай, поразвлечемся немного, а то что-то все серьезно. Как называется мюзикл 57-го года с Элвисом Пресли? А я знаю, я выбрал правильный ответ. Это Бриолин. Тюремный рок! А я еще и выбрал категорию дальше, смотрите. Да. Мне X2 дали. Я хотел вас всех спутать просто. И у меня не получилось. Так, Тихий Рок. Ну, история по-любому, конечно, выберет историю. Она ее помнит со времен сотворения мира, она тогда еще все... Со времен Хиросимы. Да. В каком году был выдан первый патент на клей? Ой-ой-ой! Мама. Как-то вот 750-й... Я надеюсь, в 40-м не выдавали патенты. Ну давай, я 51-й выбрал. И я. Все-таки особнячком он стоит. Это было в Британии, и клей делали из рыбы. Почему в 50-м, 750-м? Какие патенты вообще? О чем вы говорите? Там люди вытирали жопу, блядь, камнями. Какие патенты? Энди Томпсон выбирает. Он говорит, хочу искусство, ненавидеть мать. Он же шоумен. Он сейчас будет. Особенно его этот портфель шоуменский. Какое эпическое произведение Рихарда Вагнера представляет 15-часовую. Тристан и Изольда или Кольцо Нибелунгов?
Может, кольцо не берущееся? Может быть, я выберу кольцо не берущееся. Может, кольцо не берущееся? Цикл построен... Нибелунги берут в кольцо гальское войско в течение 15-30 часов. И это все под увлекательную музыку Вагнера. Давай спорт и отдых возьмем. Надеюсь, будет про крикет. Вопрос. Какое из этих прозвищ не относится к Неваде? Действительно, это штат Полыни, наверное. Штат Улей, штат Полыни, серебряный штат, рожденный в Битве. Я думаю, рожденный, я тоже думаю, рожденный в Битве не относится, потому что они были рождены матерью. Штат Улей, оказывается. Энди Томпсон, позорный, вырывается вперед. Да чтоб его. Очень жаль, ты мог заработать на штате Улей. Если б я знал историю Невады так же хорошо, как вы все. География. Конечно, я тогда заработал. Сейчас мы возьмем этот раунд. Какой из этих искусственных островов является самым большим в мире? Гренландия, может? А, искусственных. Пальм-Джумейра или Бурдж-эль-Араб-Джумейра? Давай Бурдж-эль-Араб-Джумейра. Они все делают большое. Я выберу Пальм-Джумейра, потому что я знал этот факт, и я на ней неоднократно ездил и был. И он действительно самый большой. Из тех, что я был. Подлец. И, видимо, в мире тоже. Так, ну что, тогда выбирайте херо с умом, а она выбрала развлечение, молодец. Сейчас будет сколько нужно одновалентных клеток. Какая рок-группа первой выступила на всех семи континентах? Первый, ну, может, я думаю, AC/DC, старики, Rolling Stones. Потому что они из Австралии сами. Ах, нет, все-таки Металлика. Металлика, ё-моё. В Антарктиде, я про Антарктиду забыл. Господи. А они знали оба. Они говорят, ну я в Антарктиде же. А как она в Антарктиде выступала? Перед пингвинами. Это не Металлика, это сидись как раз. А я и не говорил, что это Металлика. Было похоже на все сразу. Так, кто из знаменитых исследователей не является португальцем? Так. Мне кажется, это все-таки Христофор Колумб. Он вроде испанец, насколько это я помню. Это Магеллан. Да нет, я шучу. Я знал, что это... Вот это шутка. Хорошая, мощная. С мощных шуток начинаем стрим. Точнее, заканчиваем стрим мощными шутками. Я даю более 67% в процентном соотношении одновалентных коэффициентов. А именно 68. Да. Больше 67. Ну, бабка старая. Вот ты бы стал бабку ебать такой? Сколько денег платят? Сразу давай... коммерческому предложению. И сколько по времени на... За 2000. Чего? Рублей, конечно. Рублей нет. Не мешкайте, выберите лучший ответ. О, это просто... Ну что, 2000 белорусских рублей. Да? А, тогда, конечно. Это очень много. Могу полгода ее трахать за эти деньги. Ну что, давай растаскивать ответы уже. Растаскаем эту Техиру. Растаскаем эту Техиру! Это вот это была Металлика, Металлика как раз, да. Ну давай опять что-нибудь про континенты там. О, это легчайший вопрос. А я знаю. Ой, не туда нажал, ё-моё. А я уже не мог нажать, понятно. На Уэмбли я уже нажать не мог. Уэмбли, я знал, что это Уэмбли. Смотри, сигнал «Иду на парк» всего на 200. А национальный спортивный комплекс «Олимпийский» что-то немного. А он маленький, действительно. Стефани Майер написал раньше. О, я эксперт по Стефани Майеру. Это новолуние, естественно. Так, ладно. Химик, мне кажется, химик. Сумерки раньше всех, нормально. Но я еще подумал, может, она с них и стала знаменита. Конечно. Все мы это знали. Я решил тебе уступить просто. И выбрал химик. Энди Томпсон такой, о, химик. А у меня уже 70% ого, правильных ответов. Как вам такое? Это больше 67 на 3. Изобрели первым музыкальный инструмент. Конечно, кларнет, вы что. Самый простой. Электронный орган. Оргазм. А клавесин даже раньше кларнета? Ничего себе. Ничего себе. Это я выиграл, что ли? Получается, что так. 14800. Слушай, ну, легкие вопросы. Ну, по электронной. Да. Каких из этих фильмов позже. Тима Бёртона выжил позже остальных?
не знаю, может, «Дом странных детей», «Мисс Перегрин». Блин, «Бэтмена» же он снимал другого. Не вот такого, да. «Дом слабых детей». Такой же старый «Бэтмен». Да, да, я перепутал. И старый и новый, и поплатился за это. Ну что ж, финальный вопрос нашего раунда. Энди Томпсон говорит, выбираю шапку хочу выбрать. Привет, я география. Категория майонез за 300. Выбираю. Ну что, какая из этих гор самая высокая? Ого. Тибидау. Святого Ильи, конечно. Я не знаю. Тихиро угадала. Так, я... Нет, Динали, я это знал, это легчайший вопрос на самом деле был. На поверхности. А почему никто не выбрал Святого Ильи? Я думаю, кто-то уже... Потому что... Я бы тогда взял. Как будто бы смешной, кажется, ответ неочевидный в Америке, да? А вот у Ильи-то была гора, дай бог каждому. В небеса. Будем надеяться, что Бог когда-нибудь ее даст мне тоже. Ой-ой, а что у меня... А почему? Слишком тяжелый. Подонки. Бабка первая. Но у нас одинаковое количество долек, на самом деле, вообще пофигу, кто на каком месте. Мы сейчас играем до победы. Это все было прелюдия. Сейчас сам Каитус вот только-только начинается. Из двух вариантов надо выбрать. У нас шансы 49 на 51 у каждого. Более 67%. После этого стрима я возненавижу математику. Смотри, какие ломаные, ужасные линии от вопросика идут. Дизайнеры пошли нахуй этой игры. Каждая категория приносит одну дольку. Вот, ну, посмотри на эти линии. Да, ужасно. Дизайнеры андроида разрабатывали эту игру. Дизайнеры Энди Томпсоны. Ну что, наше любимое искусство литературы. Эдгар Дега и Клод Мане. Карикатуристам. Эдгар Дега. Конечно. Все мы знаем это. Ладно. Наши дольки. Его картина «Хлопковая контора» в Новом Орлеане стала первым произведением импрессиониста, приобретенным музеем. Мы уже не участвуем. Мы уже не выиграли эту игру, да? Сейчас между собой Тихиро и Энди будут разыгрывать дольку. А они, гады, сейчас наверняка будут отвечать оба правильно все время. А нет, вот кто-то из них уже все, Энди Томпсон выигрывает. Молодец. Взял дольку, а мы минус дольку, да? А мы зайчику взяли, да. Не, мы не минус дольку, мы не взяли дольку, он взял. Хорошо. Вот ему одна. Он на шажок ближе к победе стал, а мы... Бычара. Мы... Спорт-отдых, шахматно. Там же, где и были. Коррида родным с теленком. Наверное, коррида, конечно же. Да ё-моё, что за бред? С каким нахер теленком? Взято спорт. Кориду, конечно, в Испании, все мы знаем. Да ну понятно, а что такое за Родео с теленком дебильное? И побеждает опыт. Ты 59-летнего гения. Миша был теленком на этом Родео. Он говорит, а вы на лошадях будете, что ли? История. О, сейчас ты на истории возьмешь. Да, знаешь. Субкультура готов. Мода и стильпанк. Готов, пожалуйста, Готов, умоляю, Готов! О, конечно же. Я уже ни в чем же. Не уверен. Сейчас мы тут... Приветствую сочетание ярких цветов с черной базой. Это, конечно же, Эмма, там мы все знаем. Энди Томпсон, как ты мог проиграть? Он Эмма сам по себе. Ну. И он своих не сдает, он так. Не хотел раскрывать. Ассоциируется с эмоциональностью, это Готы, по-моему. Это Готы, по-любому, да. А я сам нажал Эмма. Застенчивые. Тихиро-то откуда знает, падаль? Она все знает. Бабки, они сидят, все видят. Зародилась в Вашингтоне, штат Колумбия и других регионов США. Ну, хоть бы Готы, хоть бы Готы, хоть бы Готы. Я тоже за Готов, нет. Тихиро и бабка опять выигрывает. Она говорит, а я и была основателем в Вашингтоне. Ладно, бабка дольку вырывает. Да мы-то не... Я-то не одну. Смотри, как танцует она. Ага. Залихватски. Ай, как танцует. Развлечение. Ладно. Гладиатор Троя. Автор сценария Дэвид Биньёв. Да просто гадать. Просто гадать. Может быть, какой-то другой факт есть? В числе персонажей Парис, Ахилл. А, ну это Троя, конечно, Троя. Парис, Ахилл и Елена, их Троя. А если бы без Елены, их двое было бы. А? Остался ты только с Тихиро.
Рассел Кроу хайп. Это гладиатор, гладиатор. Конечно. Это гладиатор. Это мы знаем. Ха! Сосни хуйца, Тихиро! Вот так вот. Это нарезка хочу, чтобы в ТикТок пошло. Я ей отправлю лично. Это Миша после того, как посмотрел аниме «Унесенные призраками». Я надеюсь, вы смотрели и поймете шутку. Сосни хуйца, Тихиро. Так, в животном мире она есть только у приматов. О, я знаю эту кисть. И у художников. А Тихиро идет на кухню, где ей место. Согласен. И Энди Томпсону. Ногти на ней растут медленно. У меня на кисти, но, наверное, у большинства людей на ступне. Я тоже выбрал ступню. Сейчас будет у нас дуэль с Мишей. Дуэль. А наконец-то. Я могу победить вообще в игре сейчас, если выиграю. Ой-ой-ой, надеюсь, нет. Имеет противопоставленный палец. У меня на ступне, но у большинства... У меня на бедре палец вырос просто. Вообще вопрос пока легчайший просто. Нам покорился уровень сложности. Кожа намного толще, чем на других частях тела. У меня на кисти. У меня тоже на кисти, да. От мастурбации постоянно. Так ты сейчас выиграешь. Ну, если отвечу на последний вопрос правильно, да. 27 костей. Ну, конечно, это кисть. И вот он, победитель всей самой сложной игры всех ботов, всех людей. Естественно, в первой игре я дал своему юному подавану выиграть подачу. Этот раунд, да. Но сейчас уже на нормальном для себя уровне сложности мы понимаем, что опыт лет, багаж знаний, конечно, в жизни. Сложно пропить, хоть он и старался. Вот, хоть мне и 59, но знаний у меня на все 94. Ну что, вот такая вот игра. Если было интересно, пишите. Я бы ответил вообще на все вопросы. Я про хоккеистов знал там и про джаз. Ну это легкий. С самого начала. А знали ли вы, что имеет противопоставленный палец, кисть, а не ступня? Я не знал, какого. А это сложно. Да, это сложный вопрос. Вот все, спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комменты, приходите в наши прямые эфиры, если у вас не тормозит YouTube, а если тормозит, то тоже приходите и страдайте. И пишите много хейта, пожалуйста. Мы весь читаем и радуемся. Отправляем нашим матерям. Да. Все, спасибо, пока.